Так, ну захожу в Рошпит. Уважаемый Рошан, пожалуйста, дайте Аегис по-хорошему. Слушай, он не реагирует. На миду драка, да? Я иду, иду. Я помогу. Парни, поможете, если что? Нормально. Подожди, меня видят тут. А все, не видят, нормально. Странно. Как это тебя видят? Как это тебя видят? Вы что-нибудь видите там? Я когда я к тебе подхожу, я даже не могу отойти потом. Я нажимаю и ничего не получается. Я, пацаны, смотрите, на Тини нападу, он, наверное, не будет ожидать этого момента. Годзилла. О, нифига, он подкинул! Как он меня подкинул? О боже. А что если... Так, ну что ж, братцы, всем здорово. Сегодня мы с Антохом, как обычно, придумали очередное дерьмо. Рубрика «Что если Мега Урса?». Давно что-то у Айкапа не выходило обновление, на самом деле, карты. И мы подумали, а что если... Добавить 114-го героя или какого там по счету? Если 113-й был, 114-го героя добавляем. Антох, бери. Мы добавляем 114-го героя в доту, друзья. Это значит, что сейчас будет весело. Будет очень нам весело. Хорошо. Так, дистанция 1800, у меня все нормально стоит. Еее. Мид, да. Брат, пульс. И поехало. Так, ну, в общем, кстати, тут еще будет фастовый Рошан. По-любому. С Антохом мы справимся с фастовым Рошаном. Я пошел на центральную. В общем, чуть в чем суть нашей сегодняшней каточки. Сегодня мы немножечко, чуточку, совсем малюсечку, немножечко, ну, совсем немножечко. Ну, это можно называть читами, Антох? Нет. Нет. Это вообще механика игры. Это механика игры. Мы не скачиваем никаких программ, ничего сюда не добавляем. Да. А что мы делаем? Я просто бью крипов, и ты бьешь того крипа, который... Да, я тоже ударяю крипа. Я ничего не делал, извините. В общем, видосик будет, наверное, ржачный, когда мы будем воспользоваться, так сказать, всеми полномочиями, чтобы они у нас не все, как говорится. И, конечно же, пожелаем всем приятного просмотра, братцы. Сейчас мы будем, конечно же, исполнять. Что там у нас есть, кстати, ВС? О, Антох, там нету хиксов. Угу. Отлично. Походу, будет весело. Ты готов посмеяться? Где-то будет весело. Это будет весело. Да, в общем, давненько не было обновлений. Карты 85-й. Все основные, так сказать, фишечки пофиксили администраторы. И это очень радует, что админы хорошие ребята. Они стараются все же что-то хоть чуть-чуть, но делать. По чуть-чуть. Сейчас не хватает у них немного кадров. Кто хочет, кстати, вступайте в ряды. Помогайте. И будет все отлично. А мы вот с Антохой, так сказать, в ряды айкап админов не хотим. И сидим, поэтому играем в катку. Да, Антох? Все верно. Все верно, вот и так. Так, короче, и живем. Так, что-то ребята собрались у меня, походу, руну забирать. Как ты что смотришь на это, Антох? Ох, типа подписчики или кто? А, нет, они вряд ли знают о тебе. О? Значит, я подумал, наверное... Я подумал, наверное, зря я не зашел с фейка. Да... Понят. Да не, тебя не забанят-то. Вот я побаиваюсь, что могут забанить все равно. Ну блин, это так же ж... Это в принципе, эта фигня, она не влияет, в принципе, на игровой процесс. Но все равно, лучше бы я с фейка зашел. Если что, разбаню тебя, Антох. Обещаю. Как там говорится, вот эта песенка там... что-то в Титанике было. Ди-ди-ди-ди-ди-ди. Я такой руку тебе тяну, а ты такой из помойки вылазишь. Ди-ди-ди-ди-ди. Понимаешь? Нет, я Титаник не смотрел, сори. По-моему, тебя казнить пора. У меня тут трипл мита сейчас, ничего страшного. Зашли по фану в обычную, так сказать, хайскильную катку ТБшка. Короче, там капоны на ПДЖ.
На Траксе Мирба, там, кто там еще? Аза. Аза на Мартретке. Короче, и на ЕСе у нас Элдос, короче, как обычно. Ребята, топовая ТБшечка заезжает прямо сейчас в ваши домишки, как там говорит Ягами. Так сказать, Мияги, Мияги там, ропо-по-по-пом, вот это все дела. Антоха, тем временем у меня уже третий уровень, это значит что? Это значит ничего абсолютно. Когда пятый будет, сообщи. Конечно, я хочу на Рошана пойти. На пятом левеле. Но масочка нужна, я сейчас нафармлю тут ее, в принципе. Меня тут пацаны размять решили, короче, понял? Тракса меня тут вообще пинает просто. Как мужчина. Хотя у нее... нету ничего мужицкого, что ли, как, не знаю. Блин, я всегда стараюсь развлекать свою аудиторию какими-то бестолковыми разговорами, пока сам процесс еще не начался. Как ты думаешь, у меня получается? Я думаю, тебя за это и смотрят. Осудительная процедура, короче. Это, наверное, когда кто-то все-таки узреет эту тему из команды админов, они скажут: осуждаю. Так будет сейчас подхукивать меня. А осуждать просто. Так, ну я хочу на самом деле вот так вот, оп. Так вот, оп. У меня почти масочка есть, Антох, и побегу на Рошанчика. Купишь мне смачок, если что, маленький? Купил. Смачок маленький, брат. Просто маленький смачок, и все. Мне главное крипчиков добивать. И все. Кстати, если что, будьте готовы к мгновенным каким-то всплескам эмоций от оппонентов, потому что это будет просто страшно. Ну, по крайней мере, по превьюшке, я думаю, или кто-то уже догадался, перемотали посмотреть, что же будет происходить. Но это овер-ржачно, овер-интересно, я не знаю, это просто страшно, вырубай. Так, у меня есть масочка. Тут же кукает. Сейчас пятый левел. Все, масочка летит. Пятый левел, третья минута. Кстати, фастовый очень Рошан будет у меня сейчас. Очень фастовый. Я уже бегу на Рошу. Угу. Я тогда тоже стягиваюсь. Думаешь? Да я сам заберу. Не, я сам заберу. Третья, три... Сколько? 3.40, 3.38 начну бить его. Я его разобью сам Рошана. Левел апну и подбегу к тебе. Так, 3.40 по времени. Очень фастовый Рошанчик будет, друзья. Это очень хорошо, это очень интересно. Абадон, конечно, у нас имеет топовые слоты. Это 25к ПТСов. Ребят, каточка, не забывайте, что, так сказать, так и надо. Парень шарит. Кстати, юное дарование у нас играет сейчас на Абадоне, как можете наблюдать. Очень интересный крипинг у него, посмотрите, как добивает изящно крипа, но промахивается. Акс у меня экспу подстилил или не подстилил. В общем-то, такая вот история, друзья. Ну что ж, подходим к начинанию. Смотри, там что там, Антоха, там крипчики, да, говоришь? Да, вот ударил крипа. Ой, а что-то, блин, случайно ульт нажал. Ладно, отойду. Отойду. Ничего страшного. Отойду, ничего страшного. Так, я пойду тогда, наверное, свою центральную, да, Антош? Да, под фарми. Я где-то через 40 сек, наверное, там с тобой. Встречусь на виду случайно, да? Так, ну что ж, друзья. Тем самым временем мы забрали Рошана. И у нас все вроде стабильненько, экспа, голда, все хорошо, нас никто не секьюрит, у нас все прекрасно, саппорты кайфуют, вардики стоят, как видите, вся карта заваржена. Прекрасная ситуация у команды Sentinel. И что ж, продолжаем бить, тем самым временем у меня 9 секунд. Угу. И мне кажется, сейчас, по-моему, кто-то ТП-шца на мид будет. Не знаю, зачем, просто захотелось. А, ты решил помочь мне Траксу убить? Ну давай. Да, мне надоело, давай. Как ты стоишь на миде, а ФК не гангаешь. Да, ой, блин, да что за фигня, у меня кнопка залипает. Что за хрень? Что за хрень? Подожди. О, у меня фейзы, кстати, есть, Антох. Как насчет этого? Сейчас фейзы будут, будем душить, бро. Так, ну это хорошо. Ну, спасибо тебе, что, блин, ну не удался ганг, ребят. Как видите, к сожалению. Я подожду руну. Антох, не хочешь со мной подождать руны и убить сейчас? Да-да-да, я хочу у тебя руну забрать даже. Очень хотелось бы. Очень. Я... Чё? Есть фейзы, бро. Я готов. О, инвизабилити, гоу, подерёмся.
рискового. Вот сюда, гоу. У меня там чуть-чуть до ультимейта, мне кажется, мы без ультимейта изи убьем. Да, ультимейт нужен для других дел, для более важных. Ну, я не знаю, о чем ты, конечно. Мне кажется, ты привираешь немного в том, что я знаю, о чем я. Я себе не противоречу. Так, ну что, ты там бьешь крипов, да, говорят? Да, надо бы пофармить немного. Ну хорошо, давай, я помогу. Так, ну, блин, крипы блочат, не могу пройти, побить. Да что ж такое-то? О, все, отлично. Так, ну и что ж, продолжаем мы вот это вот уничтожение. Поехали у нас вот эти дела все. А, хорошо. Пушим, ломаем тавер, да, Антох? Да просто пушим. Пушим. А, в смысле, подожди, а ломать тавер и просто пушить, это не одно и то же? Тоже, да-да. Я так. А, это ты так выразился, да? Да. Слушай, ну дай бог тебе здоровья. Очень спасибо тебе за подписочку, за лайк, спасибо. Конечно же. Всем удачи и приятной игры. Подписывайтесь на канал Ксенас для того, чтобы быть в теме, друзья. Смотрите гайды, смотрите фишки, все есть на канале, чтобы вам было интересно, так сказать. Чтобы вы скоротали время очень быстро. Ты там, говорят, очень хочешь лесочек пойти подфармить. Слушай, вот ну, кого ты будешь атаковать? Ага. Ну, вот. Ну давай, я тебе помогу. Да что такое? Подожди, у меня герой не бьет. Почему? Слушай, у меня... О, все, слушай. Блин, что за фигня? Вообще. Слушай, это... у тебя не лагает? Да, блин, есть немного. Да мне кажется, это еще и карта 85-я опять какая-то баганая выпустилась. Да как нет, она нормальная, просто что-то, блин, у меня немного иногда подлагивает. Ребят, вы все заметили, что у меня на стримах иногда подлагивает. И на самом деле я хочу даггер очень сильно, Антох. Надо подраться, пока Егис есть. Пойдем подеремся вот сюда. Акса мочит, у меня ТП нет. Акса убивает, да? Ой, там смотри. Парни дерутся. Бара у нас АФК стоит, на миду фармит, но ничего страшного. Так, я иду, гов лесочек, да? Одна минута, да. На 8, на 9, 11, а Егис упадет, бро. Побежали вон как раз Рикимару. О, давай дастики купим. А, там кура летит куда-то. А у меня есть сентрик. Хорош, Акса. Он не понадобился. Ну, побить крипов надо, наверное, тут. Надо бы. Этого. О, вот тут крип, смотри, Антох. Оп. Жалко, у меня замедления нет. Стой. Стой. Ля ты крыса. Ну ладно, тогда хрен с ним. Я сейчас замедление вкачаю, давай крипчиков полупим тут. Как бы надо, по-моему. Так, что-то, блин, опять не... А, вы всех крипов убили уже, ну ладно. Так, хорошо, ну... Давай тогда тавр, что ли, побьем. Тавр побьем тогда. Вон, пуджи, смотри, там все. О, давай. Иди сюда. Пуджи. Пуджи. Смотри, какой у меня пуджи. Так, 9-1, у меня почти Аега кончилась. Рики пришел. Ух, нифига. Слушай, ну нормально у меня... Подожди, ты не заметил, что у нас герой увеличился? Я думал, да, я что-то не обратил на это сначала. Нифига! Да как? Ты посмотри, какой он большой! Да ну! Я думал, мне показалось изначально, ты был чуть больше до этого, но не настолько. Подожди. А сейчас еще больше стал. Да не! Слушай. Я не знаю как, но... Блин. Не знаю, Антох. Блин, что за фигня? Слушай, а тавр, интересно, работает тавр? Подожди. Да, да подожди, я не понимаю. Слушай, а почему он такой большой? Я не знаю. Слушай. Да не, по-моему, это глюки какие-то. Он нормальный. Мне кажется, он нормальный, Антох. Ну, что-то это... Нет, нормально все, Антох. Пойду, пацанам нормалин, помогу. Нормалин. Нормалин. Да, да, да нет, показалось. Показалось. Все показалось, Антох. Че, мартретку убиваем? Да, иду. О, смотри. Там пуджик еще, аккуратненько. Слушай, ну, что-то показалось, да, походу? Подожди, у меня есть дагерок, я пойду дагерок принесу. А, ты, слушай, там это... Блин, я не знаю... я даггер принесу себе. Давай, а я пока в лесу подфармлю. Давай, тебе что-то мека нужна? Слушай, сделай меку, пожалуйста, или грифсы. Я
подфармлю. Блин, на даггерок не... А, не даггер, на даггер хватает. Слушай, ну подфармить тоже надо. Давай я тебе помогу немного. Ладно, не буду помогать, пойду с даггером. Окей. Слушай, ну даггер есть. Ля, крыса, я иду, Антоха. Я помогу тебе. Я помогу тебе, Антоха. Давай, жди меня. Жди меня, Антоха. А, ты в таверне. Ну ничего страшного. Я помог тебе. Слушай, подожди. Тебе не кажется, что Урса увеличивается реально в размере? Только я не понимаю, в чем прикол. Причем с одной периодичностью почти раз в минуту как-то. Подожди, да реально, а как? Я не понимаю. Слушай, рили не понимаю. Как это возможно? Как это возможно вообще? Я не понимаю. Как это возможно? Подожди. Да не, просто... Да не, мне показалось. По-моему, тебе тоже показалось. В последнее время что-то какие-то странности. Я и плохо видеть, что ли, стал. Плохо видеть стал. Кто у тебя? В центре есть. Арканчик дашь, слушай? А, в КДшке, да? А я дал. Подожди, я тебе не дал разве? Скоро ульт будет, пойдем подеремся. Пойдем. Я войдстоунчик беру. Я хочу в МС вообще выйти. Максимально. То я Яшку возьму. Так, пофармим. Аркану дашь там? О. Так, кого убивать? А, понял. Ладно, я отойду, Антох. Слушай, нет, по-моему, Урса увеличивается в размерах. Тебе не кажется? Все-таки увеличивается. И, видимо, это уже не одни мы замечаем. Сори, ну я что-то, блин, мне кажется, это мне показалось. Подожди. Не, по-моему, мне показалось. Ладно, я немножко дистанцию увеличу. По-моему, мне показалось. Смотри, там мартретка, бро. Поможем ей? А, вон, да. Вон. Я бужа. Мартретке поможем. Антох, я дерусь. Я дерусь, бро. Мега крип. Подожди, я заберу ее. Слушай, нифига я трипл килл еще сделал. Блин, как так? Подожди. Слушай, ладно, я пока пофармлю. Давай. Мне как арканы в КДшце подойду. Да? Слушай, ну по-моему, мне кажется, все-таки Урса реально увеличится в размерах. Думаешь? Да. А подожди. А, так мы же в карту Муму играем. Ты забыл? А, что там я забыл? Когда у тебя... А, подожди, ты там говорят... Слушай, подфармишь немного, наверное, на этот... На грейвсы, на грейвсы. Да. Подфарми, плиз. Подожди. Блин, у меня опять герой не бьет. А, я хитбокс потерял. По-моему, ты опять вырос. Да ну, не. Я показал. Слушай, ну, я не знаю, о чем ты. Мне кажется, все нормально. Че, подеремся с кем-нибудь? Go Dust ты там, Антох. В центре есть. В центре есть? Ну, поехали, Т2. О. О, товарищ. А куда он делся? Я в тебе. Слушай, я тебя в центре поставил. У тебя огромная моделька. Подожди, сейчас догоним. Ля... Он убежал вниз. Странно, но по-моему все-таки он увеличивается. Да не. Тебе показалось. Рошан, кстати, есть, Антох. Я пойду спрошу у него Аегис, отдаст ли он его так или нет. Уважаемый Рошан! Отдадите мне Аегис просто так. Потому что он не хочет со мной разговаривать, контактировать он не хочет, придется его наказывать. Иди сюда. Ну, я не знаю, честно. Такое.
Странно. Не-не-не, Антох, мне показалось, Рили. Походу. Ну, значит, мне тоже. Мне показалось. Так, ну что, let's go, Антох, по миду. Let's go! Сейчас щит кину. Это да что? Не. Да не, показалось. Нету детекшена. Отсейвишь, если что? Да, стараюсь. Я не догоняю его. Слушай, да не, по-моему, он все же увеличивается. Курочка, ой, Антошка! Успел забрать, да, итемы? Хорошо. О, там ЕС. Я иду. Я иду, я помогу, Антох. Я помогу. Там крипов надо побить, наверное. Ну... Слушай, ну я не знаю, по-моему, он... Да не, он не увеличивается. Не. Я не поверю, если мне скажут, что Урса в игре увеличивается. Реально. То есть, ну, мне кажется, это просто миф какой-то. Тебе не кажется? Мне также кажется. Ну, я не знаю, бро, Рили. Я вот серьезно. Я вот такого никогда не слышал, чтобы говорили, что что-то какие-то есть приколюхи. Что урсы какие-то челябинские там... говорят, челябинские радиации еще, типа, сравнивают с Чернобылем. Тебе не кажется? По-моему, слушай, подфарми над грифсы. Я помогу слухи тебе. Слухи есть, да, я понимаю. Подфармишь на грифсы? Давай, я помогу тебе. Хотя, подожди. А, да, я так быстрее бить буду сейчас. Ну, ладно. Слушай, нет, все же, походу, он увеличивается. Ну, мне теперь других существ из-за тебя на экране не видно. Мне кажется, все-таки да. Знаешь, есть какой лайфхак? Я немного... Вроде как Рили увеличивается, Рошан... Ой, Рошан, Урса. И я поэтому дистанцию камеры увеличил. По-моему, так прикольней. Слушай, я не знаю, вообще... Я вообще не знаю. У меня вроде все нормально. У меня Урса обычный. А у тебя? Значит, у меня как-то отображается плохо. У надо тебя... лаунчер. А как он у тебя выглядит? Подожди, у меня он обычный, маленький. Какой он у тебя? У меня он чуть больше, чем маленький. Чуть-чуть больше? Да. Ну, я не знаю, я не видел. У меня вроде все норма. У меня вроде... Как рейд-босс, да? Помнишь, в Вове? Да. Если босс, то он почему-то должен быть обязательно большой. Ну, я не знаю, о чем ты. У меня все нормально отображается. Не знаю, о чем ты вообще. У меня все нормально. КЗ даже. Даже понятия не имею, о чем ты вообще говоришь. Типа, что что-то там... что-то... Честно, я не в курсе, Антох, о чем ты говорил. Вроде нормальный Урса... Ну, я не знаю, ребят, напишите, что вы думаете по этому поводу. Вроде нормальный Урса, небольшой, обычный, как обычный Урса. У меня, не знаю, походу лагануло у Антохи, как-то показывается не так. Да, но... надо лаунчер перезапустить. Да, пожалуй, перезапустим лаунчер, друзья. Так, ты перезапустил лаунчер? Да. И вот я тоже перезапускаю. Ну что ж, поехали тогда некстовую, наверное. Не знаю, что там мне, по-моему, показалось. Да, сейчас нормально все должно быть. А, ну у меня тоже все лучше. Ну что, поехали next, Антоха. Сейчас тебе напишу. Давай. Так, ну что ж, друзья, решили мы все-таки перезапустить, сыграть еще одну каточку и позвали еще одного человека для того, чтобы он оценил, так сказать, ситуацию трезвыми глазами, как говорится. Александр Ростовский, встречайте! Он в студии! Не очень трезвыми. Если ты понимаешь, о чем я. Александр Ростовский, в общем, у нас сегодня будет как независимый эксперт для того, чтобы оценить всю ситуацию. Ведь, как бы, нам с Антохой показалось, что вроде все как бы, ну, нормально. Я не знаю. Я, честно, не увидел никаких проблем. Сань, как ты думаешь, что-то будет необычное в этой игре? Да. Похвалите. Необычное. Похвалите пиво. Ну, как и похвалить-то? Антох, кстати, ты тут, да?
У меня тут жидкое золото, так что мне все будет сейчас необычным казаться. В общем, друзья, рубрика «А что если?» немного переросла, что ли. А во что она вообще, собственно, переросла после такого видео? Да пусть ребята сами оценят, во что это переросло. Да, ребята, обязательно пишите в комментариях, как вы считаете, показалось нам или нет, что действительно есть какие-то проблемы. Но мне кажется, по-моему, реально показалось, потому что у нас все нормально было, я не знаю. Мы даже ничего не делали, чтобы что-то было плохо или что. Мы просто выигрывали катку и все. Да, Антох? Все верно. Все верно. Я иду на нижнюю руну для того, чтобы забрать баунти. И, конечно же, ребят, фастовый Рошан на этой каточке прямо сегодня, прямо сейчас, прямо здесь вы увидите на своих экранах телевизоров или мониторов, или чего вы там смотрите обычно. В газетах. Ты что там, подстреливаешь? Да, нет, я сразу представил. Да, нет. Я представил этого парнишку, который бежит, кричит: «Свежие новости!» Хеназис, там и Триборги там всякие там. Да-да-да. Там и Ракстовский, и Александр. Так, смотри, тут инвокер ВС. Чё, let's go, накажем. Чё, мы не мужики, что ли? Let's go. What the hell is going on? Так, друзья, ну, зоним руну. Зоним тут пацанов. Еще один. О-ля, тут вот эти страшные пацаны. Ну вот как раз таки нормально сделал, мне кажется. Их тут много. Да мне пофиг, я стою на руне, типа, я вообще ничего не боюсь. Типа, она мне щиты. Не, все, я пилю, я пилирую. Не-не-не, пилируешь, все, нормально, давай, депилируем его. Вот этого пацана первого депилируем. Давай второго. Второго пацана депилируем. Я-то отхожу. Нормально, нормально. Нормалин, нормалин. Нифига Нави Дэнди разносит, отлично, Дэнди на Пудже, да? Да, например. Ты мид стоишь? Да, я мид. Без обид? Я мид без обид, ребят. Удачи и веселой игры. Ребят, не забывайте подписываться на канал, чтобы следить за новостями. Смотрите фишки, смотрите гайды. Радуйте Александра. Не радуй, ой, не радуйте, не печальте, как говорится, Александр. У тебя три плана в миде? Да, я в прошлой катке против четверых стоял, ничего страшного. Это игры с подписчиками, как называется, эта тема. Вернее, это вообще игра без подписчиков, но... Такое. Это ж вообще чёст. Без ПТС там никому не навредит, как обычно. Каточка такая. Почему? Чёст это? Как... Да, а, чёст? Да, да. Да, чёст. Да это же чёст, ты забыл? Как ты мог забыть, что это чёст? Ну, я не знаю, конечно же. Так, ну что, ну на третьей минуте Рошанчик, как обычно. Сань, ты, кстати, видел, как Рошан на третьей минуте убивают? Нихт. Нихт, сейчас увидишь в этой катке. Это рубрика «А что если фастовый Рошан?» Не, это рубрика «А что если?» А там уже все остальное, что написывается, это уже, конечно же, фановый контент. Ребят, я не знаю, нравится вам ли эта рубрика или нет, но мне кажется, она прикольная. Мне кажется, она прикольная, эта рубрика, тем, что тут постоянно что-то можно увидеть необычное. Я думаю, вам, ну, должно зайти это, если честно. Это рубрика, так сказать. Да вы и так, в принципе, постоянно пишете, что реально вам нравятся эти видосы. Ребят, спасибо вам за поддержечку, так сказать. От души. Спасибо за подписочку, за поддержечку. Если хотите смотреть что-то фановое и веселое, обязательно заходите на мой канал и чекайте. Так, ну что ж, реклама кончилась, друзья. Больше мне не проплатил сам Ксеназис, чтобы я рекламировал его. И самое время, конечно же, понагнетать вас, пацаны. Александр, расскажите что-нибудь интересное. Сейчас, я тут Рубика хукаю. Этого достаточно, поздравляю, вы справились с задачей. Чинис, ДД. Сорян, он просто в наглую ушел с центральной. Он пытался меня кинуть, не смог. Он даже не сказал, понимаешь, Чини даже не сказал, что он СС. И почему я обязан говорить на него СС? Ну да. Он просто встал и ушел. Встал и ушел. Товарищ инвокер, разрешите вас убить. Опа, я сейчас на Рошика пойду, ребят. Ничего страшного, вы не обидитесь, если я пойду на Рошан. Не, да не, по идее в этой катке все будет нормально. Дефолтный Рошанчик на 3.30. Все, я побежал. Третья минута, на Рошанчика бегу. Мне помощь там не нужна. Хорошо.
Антон. Ничего. Let's go, да. А блин, а чё вы такие скучненькие? Весело же. Ай, мне не весело, мне тут... Так, начинается драка на топе, Пуджа у нас откидывает, Тини дает нам ошибаться, да? А не, все нормально, ребят, не переживайте. Я убиваю Рошана, сейчас вам будет голдишка-золотишка. Антоха, ты на низу? Да. Сейчас подойду подфармить тебе этот, помогу, грифсы. Так, 3.50, Рошанчик падает у нас. Хорошо, фастовый Рошанчик, ребят, как и обещал. Без смс-регистрации. Да, без смс-регистрации. О, Зевса хочу, Антоха, давай убьем его. Ля... Убью, убью. Оба. Ты живешь, Антох? Ну там крипов пофармишь там, если что. Вот, вот этого. Надо как раз. А, я, блин, я не успел тебе помочь добить его. Ну ладно. Ничего. Ничего страшного. Так. Хорошо, арканы есть, да, у тебя, бро? Нет. Когда? Ага. Давай кого-нибудь убьем. Вот ЕСа или Пуджа. Как там? Как называют ЕСов, да? Пуджа. Пуджами вроде называют ЕСов. Ершан там, я не знаю, как его. Равшан называют Пуджа. Райгор. Райгор, Стан и Хуф. Так, ну, вроде все, как бы, я не замечаю, что какие-то проблемы есть, не знаю, нюансы. Странно. Ну, странновато как-то, конечно. Ну, я не знаю даже. Ну, вроде все нормально. Давайте что, наверное, Зевса, товарищ Триборгович, убьем. Как вы думаете, давай, считаете давай. Ли вы это нормальной ситуацией? Сейчас, подожди, крипы подойдут, там подфармишь на грифсы немножко. Давай, подожди. Ага, подожди, да блин, да чё ты, блин, так дамажишь его? Подожди, по таврам не хочу бить его. А чё у тебя какой-то урса большой? В смысле? В смысле? Он какого-то размера огромного. Да нет, он вроде такой же. Ладно, я пошел на центральную, в общем-то, не отвлекаемся. Антох, у тебя нормально все, грифсы почти есть, да? Да. Сань, ты просто, походу, пиваса напился. Все же нормально. Ты, по-моему, ты что-то путаешь. Да, он здоровенный, блин. Не-не-не-не-не. Я сказал, на что он похож по размерам? Ну, да, похож на твой дек, походу, да? Походу, Рошан... Я не знаю, я не увидел никаких проблем на самом деле. Антох, там поможешь мне, подхилишь чуть-чуть, я бегу к тебе. Хорошо. Подбежишь давай, сюда подхилить. Вот здесь я подхилю где-нибудь. Давай, давай, я иду. Бро. А, ну ладно, давай тут подхилимся. Хорошо, я подхожу. Подожди, подхилишь? Возьми арканчик там. Спасибо, бро. Я пойду на базу бегаю. А я подфармлю, наверное, тут все же подфармлю, наверное. Ну, блин, хз даже, хз. Вроде все нормально как-то. Сань, у тебя как дела там на топе? Тини тут нас гоняет. Ганг нужен? Я приду. Не, мы его сейчас. Убьете, да? Отлично, молодцы, на топе разбирают. Бля, вы мужчины прям. Я прям радуюсь, когда вижу, когда за меня в команде такие мужчины. Можно положиться на их, так сказать, большое плечо крепкое такое мужичье. Почему Урса такой здоровый? Да нет, подожди, в смысле? Он что такой накачанный у тебя? А, так он же на диаболиках, на боликах, на гречкостероне и на прочей всякой теме. Я ж его кормлю. Антоха, ты где? Антоха. А, подожди. Мне помощь нужна. Короче, приди мне аркану, пожалуйста, дай. Хорошо. Где встречаемся? На эншентах аркану дашь? Да, давай, так будет ближе. Давай, я иду, бро. Иду. Подожди, да. Мне срочно нужна аркана твоя. На миду можно тоже инвокера убить. Ну, пойдем, наверное, на миду, инвокера побьем, там, поможешь мне. Не-не-не-не, Сань, подожди. Антоха, побей, пожалуйста, крипов, побайте на себя, я подойду и как нападем. Подожди, блин, подожди, рано ты, Антох, пошел. Что за фиг? Потому что тебя не лагает, Антох? Да, блин, тут, походу, не в аккаунте дело. Что-то у меня с вейкапом. Подожди, да не-не-не. What's magic is this? Да? Сейчас дагерок куплю, Антох. Пойду на эншитах, подфармлю, бро. Если что, поможешь мне потом, аркана нужна будет. Хорошо. Спасибо. Отлично, красава. Сань, так вот, смотри. А чё, кстати, ну, блин, так не хотел. В
вкусная это золотистая у тебя там это вот это вот жидкое золото. Отлично, вообще. По кайфу, да? Да. Блин. Ну я как хорошо, что я не пью на самом деле, я тебе не завидую вообще. Я же не алкаш какой-то, который, блин, не просыпает. Я иду. О, там смотри, этот аккуратно там. Давай, поможешь вот подфармить. Подожди, я тебе помогу, блин, крипы сдохли. Да, да что такое? О, все. Ладно, я пойду дагер куплю, Антох. Хорошо? Давай, самое время. Хорошо, самое время. А, у меня, кстати, Аигис упал. Так, я забирал Рошана на 3.40, что ли. Не помните, на какой минуте я забрал, ребят? Я не помню. Блин, на Рошу когда я забрал? Это смешно. Ладно, ладно, забейте. Давайте подеремся, что может кого-нибудь убьем, инвокера хотя бы на миду там. Ладно, я возьму смока, ребят. Юзаю смока, юзаю ТПшечку. А, денежек на ТПшке нету, парни, купите, пожалуйста, Антон, купишь? Купил? От души тебе большое. Слушай, помоги мне подфармить на миду. Бежишь на мид, да? Арканы как раз откадаешь. Арканы есть, да? Хорош. Мужчина. Ну, я, наверное, тут сам справлюсь, но если что, мне помощь нужна будет. А зачем тебе даггер? Скоро ты будешь здоровый настолько, что тебе даже прыгать не надо будет. Поможешь подфармить, Антох? Ну так, ну ладно, отойду. Что-то, по-моему, показалось. Не знаю. Блин, подожди, что ли, все... Что? А что вообще происходит? Я не понимаю. Походу, нам не кажется. Слушай, подожди, это что, реально получается, что Урса увеличивается как-то? Получается так. Да нет, подожди, по-моему, это как кажется, по-моему, ребятам, я не знаю. Спасибо, Антох, помогаешь мне подфармить, тут мне чуть-чуть остается. Ты же понимаешь, ты же знаешь. Спасибо, спасибо, Антох, ну реально, я тебе реально безудержно благодарен за то, что ты мне видосики помогаешь делать и... И этот... Аркану тебе дам. Аркан, ой, блин, успел. Каталашка умерла, блин. Я так хотел ее заластхитить. Ну, не знаю. Не знаю, бро. Ты тебя тавр, брат, бьет. Отойди немножко. Давай, отомсти за меня. Я... Да, блин, я не такой сильный. Да по тебе не скажешь. Подожди. Бля, что происходит? Подожди. Да ты чё... Да? Подожди, стой. Отдай сало. Пофармишь, Антох? Да, вот оранжевика надо подфармить. Я отойду, ладно, фарми, бро, чтоб не мешал я тебе. Чтоб я тебе не мешал. Так, слушай, я не знаю, у меня какие-то проблемы, я немного дистанцию увеличу. Камеры. Не знаю, в чем проблема, но, по-моему, что-то... Подожди, что-то, по-моему, не то все равно. Я вот чувствую, что что-то реально не то, походу. Что-то, по-моему, не то. Сань, у тебя нормально все? Да, все хорошо у меня. Отлично. У меня Урса скоро не будет помещаться в этом. В экране. Да, подожди, да тебе кажется. Слушай, ну на самом деле, я не знаю, у меня все нормально. Как у меня обычный Урса, я не знаю даже. Прям что сказать на самом-то деле. Слушайте, Рошан, по-моему, уже есть, да? Я пойду на Рошу. Я попрошу у него вежливо отдать Аегис, если он не согласится, то придется, конечно же, его наказать. Так, ну захожу в Рошпит. Уважаемый Рошан, пожалуйста, дайте Аегис по-хорошему. Слушай, он не реагирует. Антох, поможешь подфармить в лесу? Да. Надо, походу, попросить его по-другому. Аркану тебе как раз. Да. Аркану, да? Ну, помоги, я не знаю, КМ. Давай я помогу тебе чуть-чуть на Меку, да? Сейчас я помогу. Так, на Меку тебе чуть-чуть. Вот, я вот так вот еще сделаю, бро. Нормально? В принципе, достаточно. Достаточно? Да. Все, хорошо. Я тебе чуть-чуть помог, бро. Если что, не обижайся. Так, ну что? А, ладно. Ну, я пошел, короче, Рошу убивать. Антох, поможешь? А, ты далеко, да? Да, я пошел. Надо ресурсы восстановить. Ну, давай, давай. Ну, давай. Хорошо. О, тебя там принимают, дружочек. Ну, я не знаю, у меня все нормально вроде.
А все нормально. Не знаю, я никого не видел тут. Ты кого-то видел? Я даже Рошана не видел, если честно. Я, блин, да у меня все нормально, я не знаю, что вы, типа, ну, что тут, что-то проблемы какие-то у вас. Ребят, вы по утрам, ну, умываетесь, глаза как бы умываете, нормально все? Да, просто поздно просыпаемся. Так что, подфарм, поможешь мне тут подфарм? Где, я помогу, бегу, бро. О, ты мне маны дашь, да? Да. Давай, я тебе помогу крипчика забрать, бегу, бро. Сейчас, подожди. Что-то у меня кнопки опять не нажми. Во, пойдет. Отлично. Помогу тебе зафармить. Все нормально? Все, нормально. Хватает? Ну, почти. Надо Хорошо. Будет еще пару раз тебе мне помочь. Да? Ладно, сейчас, бро. Я хочу Lotar Sage купить, чтобы пугать своих оппонентов. Антон, купишь мне фласочку? Я тебе помог немного, помоги мне. Да, конечно. Спасибо тебе, брат, большое. Я не могу на магазин направить. Что-то, походу, у меня не то, я не могу на магазин направить. Тань, че смеешься? У тебя что-то не то? Да, нормально. По-моему, все нормально, я не знаю. Че, гон на мину подеремся? Да, я уже начал. Я бегу, ребят, я помогу. Ой, пс. Хотел тени. Я помогу, иду, ребят, иду. Можете начинать. Подожди, я иду. Я помогу, ребят. Я не вижу врагов. Пацаны, по-моему, у меня все-таки урса увеличился в размере. Я не знаю. О, у тебя грифсы есть? Это мека была. Это значит, что надо еще чуть-чуть помочь. Я хочу тебя хукануть, подожди. Хукани. В чем проблема? Кусок мяса. Я не знаю, у меня все нормально, что вы так это. По-моему, вам показалось, что какие-то проблемы есть в этом у вас тут. У меня все нормально. Обычный урса. Фармит. Помогает мне фармить тоже. Да, немного. Я Абадону очень много помог, у него, видеть уже мека. О, там ты хочешь этого пофармить, да? На миду драка, да? Я иду. Я помогу. Парни, поможете, если что? Нормально. Подожди, меня видят тут. А все, не видят, нормально. Странно. Как это тебя видят? Как это тебя видят? Я себя не вижу даже, когда рядом с тобой бегаю. Ну, я не могу своим героем управлять, я на тебя нажимаю постоянно. Ребят, я не знаю, у меня все нормально. Что-то, по-моему, вы преувеличиваете. Ну, я, наверное, отойду, ребят, пойду. Раз я что-то... Не знаю, у меня все нормально. Антох, когда мана будет? О, сейчас будет, да? Блин, там чувак хук у меня украл. Ничего страшного. Простите. Так, пойдем на низу подеремся, вон тиник идет. Монетка. Найс. Я не знаю, у меня все нормально. Что вы тут видите необычного, я не знаю. Прям. Наши воины. Я ничего не вижу. Да тебе не надо видеть, я тебе помог уже, Сань. Я пытаюсь уйти оттуда. Я не знаю, у меня все нормально, что вы так прям. Вы так прям переживаете. Не подходи ко мне. В смысле? Когда будет манка, Антох, брат? Я уже давал вот. Давал, да? Спасибо тебе большое. Дай босс здоровья. Я рейд босс. Просто. Ну, грифсы есть, надо дальше тоже что-нибудь подфармить, я думаю. Да? Простав какой-нибудь. Если я продолжу пиво с рыбкой пить, я вот таким же стану скоро. Подрастешь, да? Да, ты мужчина. Но мы ломаем Т2, я не знаю, ребят, у меня вроде все нормально. Я не знаю, почему вы так говорите, что типа какие-то проблемы. У меня все пушечно. У меня вот так обычный герой. Давай, крипчиков подфармишь. Давай, поможешь. Давай, бро, поможешь? Я не могу направить. Что-то, ну, хз. Нормально. Все, пойдем, у нас Аегис, ребят.
Сейчас я тебя, ну... Ну я в инвизе, меня, наверное, не видно все равно. Ням-ням. Ты себя хоть видишь? А, подожди, у него тоже, что ли, какие-то проблемы? Как он там оказался? Сейчас, ну-ка, постой, дружочек. У меня обычный, я не знаю, я хз, я по-обычному играю. У меня обычный. Не, у меня обычный герой, я не знаю, с чего вы взяли, что какие-то проблемы. Я не знаю, я не вижу никаких проблем, ребят. Вы, по-моему, вы что-то привираете мне. О, нифига, а как ты это сделал? Изи. Красава, бро. Ну, давайте, мне кажется, наверное, надо подпушивать, ребят, как-никак лейт за нами все равно, но... Но тем не менее, надо... Там инвокер, да, может быть, еще разнесет тебя. Да. Чем больше шкаф, тем громче он падает, есть такое выражение, знаете. Кастанул бы он уже что-нибудь на тебя, какой-нибудь торнадо, я бы посмотрел. Скорее всего, за это я, так сказать, таблетки обратного действия скушаю после торнадо. Да? Ну, в теории должен. Я не знаю, о чем вы, типа, у меня все нормально. Что, подфармить? Да я, в принципе, так, Антох, уже. Помоги просто, ну, побить тут крипочков и все. Я сейчас, мне чуть-чуть до этого. Фига, до радианса. И закончим. Вы что-нибудь видите там? Я когда к тебе подхожу, я даже не могу отойти потом. Я нажимаю, и ничего не получается. Я, пацаны, смотрите, на Тини нападу, он, наверное, не будет ожидать этого момента. Годзилла. О, нифига, он подкинул! Как он меня подкинул! О, боже. А что если... Урса рейд-босс, да? Я хочу сплэш какой-нибудь на него. Чтобы крипов было удобнее убивать. Что там за драки? Help me, help. Я бегу. Я бегу, брат. О, а грифсы есть, брат? Чё? 7 сек. Хорошо. О, тут крипы энеми идут. Мы их сейчас задушим. Спасибо, Антох. Как у вас, ребят, нормально? Не могу управлять персонажем своим. Слушай, я ж это... Там можешь дистанцию увеличить. Поставить 2650 в лаунчере, бро. Будет полегче. Ну, я не знаю, у меня нормально все. Я не знаю, чего так это. Чего вы там придумываете? Вы, по-моему, вы что-то реально врете, сидите. Украл хук, негодяй. Я бегу. Я помогу, я бегу, я бегу. Ты что делает, а? Да, на Вудоту хочет. Поможешь там наверху? Я если что тут, ребят, я прикрою. Я помог? Инвокер там еще есть с Юрчиком. О, молодцы, молодцы. Я иду, ребят. Иду. Свежее мясо, говорит. Я дал... Ну, я не могу его поставить на землю, я тебе его передал. Сам а что там лежит, Варды? Забрали? Да, был мой центр как раз. Я пойду на Рошана, ребят, по-моему, Роша уже риснулся. Я попрошу у него еще раз. Сейчас я предмет хочу продать. Хорошо. Слушайте, ну я не знаю, ребят, что вы так взяли с того, что у меня какие-то проблемы с размерами героя, я даже не знаю, на самом деле. Ну постой, подожди, дружочек. 2650, Сань, поставь разрешение. Мне кажется, вам кажется, что у вас большой. Блин, Антон! Да, бывает. Ребят, там сыр АЕК будет, ребят, я АЕК возьму, сырок возьмите. Иди сюда, жирный.
Да не, подожди. Я вот тут буду. Сань, ты хочешь хукануть меня? Ну хукай, вот я стою на месте. Блин. Я не знаю, что вы, блин, так это, что какие-то проблемы. Я не вижу никаких проблем, ребят. Вы, по-моему, врете. Че, давайте подеремся, да? У меня эго есть. Почти. Да, блин, я шейкер вообще хотел и там. Почти. О, Тини. Не могу направить. Я не знаю, у меня все норм. Это вы что-то там это паритесь. Я понял. Как дела норм? Как дела норм? Антоха, там у тебя грифсы в КД, да, брат? Угу. Ага, вижу. Хорошо. Подождем немножко. Бра. 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 Чё там, драка, да? Тинника вытягивает, отлично, я бегу, ребят, я бегу. Бля, я бегу. Я тут. Нормально? Нормально. Бать, нормально? Нормально. Блин, я не знаю, по-моему, вам кажется, что какие-то проблемы, ребят. Я не знаю, короче. Иисусе, блин. Я хз, о чем вы? Так, а если приблизить? Как-то можно же приближить. Почему мне не приближать? Я не знаю, у меня все норм. Чего вы взяли, что какие-то проблемы? Эй, дай выйти оттуда. Я в инвизе, меня не видно? Не попал в тебя. Я не знаю, о чем вы. Оооо, Котя Бомижала, Вася. Я не знаю, все вроде норма. Что-то вы, парни, перенервничали, что ли? Я не знаю, ребят. Честно, у меня все нормально, у меня герой нормального размера, я не понимаю. Все нормально вроде. Я не понимаю, что вы, блин, так это. Блин, у меня все нормально, не знаю, что вы так. Как-то. Сань, слушай, ну, по-моему, не знаю, вот Антон говорил в прошлой катке, что да, вроде такой же у него герой. Ну, как и должен быть нормальный он. Тебе не кажется, что он или большой, или какой-то? Ну, он и сейчас нормальный. Он. А, то есть. Сань, а ты что скажешь? Просто без комментариев. Куру убей. Она как раз для тебя. Я не могу на нее направить. Вернее, я направил, но не разбилась. Я не знаю, у меня все ок, парни. Че вы так? У меня все ок, но направить я не могу. Подожди, он еще будет увеличиваться или есть какой-то предел? Он бесконечно может это делать. Он уже просто, уже все, уже прозрачный он. Ну, у меня он огромный, как рейд босс. Go на низ, парни. Антоха, are you ready? For dancing floor. Эй, подхукал меня. Да хотел бы вогера, но блин, мясо. Давайте тут подпушим. Я не знаю, у меня все норм. Я хз о чем, ребят. Жестко. Да не, нормально вроде. Еще кого-то можно таким сделать? Не, я не знаю, у меня такого никогда не было, я не видел такой темы никогда ранее. У меня все вроде норм. Чего вы взяли, что что-то вообще не так? По-моему, все нормально. Обычный Урса, ПТБ 1К. Блин, ребят, я не знаю, у меня все норм. Обычный Урс. А самый обычный Урс. Ну да, я не знаю, я не вижу никаких проблем. Ну. Антох, там, по-моему, можно еще подфармить и тебе помочь что-то подфармить. Ты где? Да. Пойдем на эдшотах, помогу тебе. Дагон какой-нибудь. Дагон тебе надо? Давай я тебе помогу дофармить дагон, бро. Так, я хекс выложу вот здесь, вот спрячу его, чтобы еще потом забрать. Не попал. Хорошо, там. Так, тебе подожди, я сейчас тебе помогу. Подхожу.
Ой, извини, я забрал случайно. Ча, вот этого помогу. Все, добивай. Где, блин, хекс? Нормально? Ну стой, сынок. Подожди, я на горку тебя сейчас затяну. Ой, не надо. Я стою на месте. Я не понимаю, куда хука. А вот. Знаешь, как проверяй? Alt нажимаешь и отпускаешь, и будет показываться кружочек. Да там, на самом деле, если желтеньким горит, значит нормально. Я бегу. Я не знаю, у меня все нормально. Жестко. Я не знаю, что вы так паникуете, вроде все нормой. Украл хук опять. Я не знаю, у меня все норма, ребят. Вы, по-моему, что-то это сочиняете. У меня обычный уса. Слышь, ну я эту тему сразу заметил, блин. Когда ты еще маленький был. Когда я был еще маленький, я не занимался блогингом на ютубе, первой доты. Слушай, я не знаю, но у меня все нормально было. С чего вы взяли, что что-то было не то, ребят? Давай, рассказывай. Слушайте, ну, ребят, на самом деле я не заметил никакой проблемы. Сань, ты, ну реально, ты заметил, да, по-моему, что-то? Это было сложно не заметить. Да. Антоха? Не, ничего не попало мне удивительного такого на взгляд. Да, ребят, мне тоже показалась игра обычная, в принципе, нормальная. Ну и вот такой вот контент для вас вышел, рубрика «Что если?», а что если Урса съест много очень всяких анаболиков, подкачается в зале, попросит Рошана дать ей, и, конечно же, получается у нас вот такая вот тема. Друзья, в общем, надеюсь, этот видосик вам понравится. Спасибо ребятам, Антоха, Саня, спасибо вам. Пожалуйста. Да, спасибо вам за контентик. Ну и обязательно поставьте лайк и напишите в комментах. Блин, по-моему, мне показалось. Вам тоже показалось, ребят, да, что-то. Так что, ну. Хэштег мне показалось. Хэштег мне показалось, ребят. Я не знаю. Я люблю большие. Во, я люблю большие. Друзья, спасибо всем за просмотр. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь. Если вам понравился такой видосик, то, конечно же, сделаем что-нибудь наподобие, я не знаю. Все, давайте, парни. Адиос, амиго. Годзилла. О, нифига, он подкинул.